Всем привет, народ! Часто задаваемый вопрос про хромоту. Типа там, когда пройдет, когда у тебя прошла, у меня через 2 года не прошла, через год, там, через 3 месяца. Короче, везде разные сроки. Много спрашивают. Вот решил видос записать по этому поводу. Как что думаю об этом я? Так как я давно страдал этой херней, ну то есть артрозом, многие годы, у меня не помню, на чем так закончил, тут позвонили мне, сбили. Так как я давно страдал этой болезнью, я думал о хромоте в самую последнюю очередь. Ну, я, можно сказать, даже не думал о ней, там, буду я хромать потом или не буду. Меня волновало одно, буду ли я ходить. И еще те люди, которые, ну, которые делают операцию, чтобы убрать боль и убрать хромоту, ну, чтобы быстрее справиться с хромотой, тем людям не надо тянуть до последнего, ну, вот как мне, пока перекосит таз, пока атрофия сожрет мышцы, вот до этого момента не надо тянуть, и тогда, во-первых, пройдет быстрее реабилитация и быстрее перестанете хромать. А когда, естественно, там перекосило таз, перекосило позвоночник, там, естественно, уже потом все это долго будет. У меня, я думаю, хромота какая-то осталась. Ну так люди говорят, что типа нету. Ну, хер его знает, мне похер. Я по этому поводу не парюсь. Главное, что я хожу. Главное, я хожу сколько хочу. Ну, теперь они, как бы сказать, сколько позволяет мне поясница и здоровая нога. Вот. Что здоровая нога тоже побаливает. Вот. Так что вот такие дела. Кстати, как вам моя борода? Тут решил пустить бороду